В Малом зале городского дворца культуры ОНЕР прошло награждение лауреатов учрежденной в этом году премии ТАО ЕЛСЗДЭК Уланы. Адресантами становятся одаренные и талантливые школьники, призеры конкурсов и соревнований высокого уровня. Церемонию провел аким города Ардак Кантарбаев. Акимом области Абухар Бахтовичем Скаковым учреждена единовременная денежная премия ТАО ЕЛСЗДЭК Улана. В нашем городе очень много талантливых ребят, музыкантов, художников, спортсменов, победителей различных конкурсов, олимпиад, фестивалей и соревнований. И вот сегодня мне выпала огромная честь вручить вам сертификаты на получение заслуженной вами премии. От всей души поздравляю вас с этой наградой. Желаю всем благополучия, счастья, здоровья, мира и добра. Уверен, что ваш вклад в развитие и процветание нашей страны будет только расти с каждым годом. Новых достижений и успехов во всех ваших начинаниях. Премия предусмотрена по трем номинациям – научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, спортивное и творческое мастерство. В Экибастузе награды удостоены 33 школьника. Я рада сегодня здесь присутствовать в награждении, для меня это большая честь. В прошлом году я участвовала в областном конкурсе и заняла 2-е место. И также за последние 3 года я много где участвовала, благодаря чему победила сегодня. Спасибо моему педагогу и также акиму. После церемонии градоначальник призвал школьников не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать свои знания. По традиции завершилось мероприятие общим фото на память.